Старт республиканскому проекту трудовой занятости учащихся ЖСЛ «Ель» был дан в Экибастузе. Сегодня, 2 июля, в Экибастузском центре развития молодежных инициатив состоялась церемония открытия сезона работ. Как рассказала координатор проекта Анель Алимгожина, на город Экибастуз выдали 100 квот. В течение июля месяца работать будут 50 человек, разделенных на 3 отряда. Первый отряд экологический, его работа будет координироваться совместно с ТОО «Экибастуз Коммунсервис». Около 30 членов отряда ТЗА «Казахстан» будут работать в сельской местности. Третий отряд – это волонтерский отряд. Его члены будут заниматься организацией благотворительных акций, помогать пожилым людям. Здесь работать будут 19 человек, рассказала спикер и об условиях труда. Экологический отряд работает 6 часов в день, у них 5-дневка. Зарплата у них идет, Коммунсервис дает 76 тысяч тенге на руки, а также сверху республиканская доплата 28 тысяч тенге. Если боец пропускает один день, либо опаздывает на 1-2 часа, то республиканские доплаты сразу убираются. Все бойцы были предупреждены, все бойцы прошли инструктаж, безопасность, подписали все. У всех есть медосмотр, допуск к работе, то что они все здоровы. Второе, это у нас ТАЗА «Казахстан». Они работают 2 часа в день, также 5-дневка. Они убираются у себя в селе, также они могут помогать пожилым людям убираться также на их территории. Третий у нас волонтерский отряд, они также работают 2 часа, у них зарплата 28 тысяч тенге. Директор ТОО «Экибастуз Коммунсервис» рассказал о том, каким работам планируется привлекать молодых людей. На июль месяц у нас распределены студенты по бригадам, которые будут заниматься чисткой, покосом травы, чисткой скошенной травы, осуществлением порослевки деревьев и другие виды работ. Также руководитель предприятия пожелал студентам не только получить новые навыки и хорошо провести время, но и почувствовать себя взрослыми, ответственными людьми. Перед участниками проекта выступили представители государственных служб и депутаты молодежного крыла Экибастузского городского маслихата. Сами студенты рассказали, что очень рады полученной возможности и делают все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Я боец экологического отряда. Хотел бы сказать ЖСЛ «Ель» спасибо за то, что мы можем приобретать новые знакомства, зарабатывать деньги и проводить свое время весело и с пользой. Нам все объяснили, рассказали, показали. И мы бы хотели приложить все усилия, чтобы наш город Экибастуз стал чище и краше. Первым возможность получить сезонную занятость было предложено детям из многодетных и социально уязвимых семей. Но желающих было очень много, поэтому в августе проект продолжится. Анель Алимгожина обрадовала учащихся новостью, что на август месяц уже получены квоты на трудовые места.